Всем привет! И это второй по счету А-блог. Перезагрузки серии А-блогов. Почему второй, третий? Второй. Первый, ну блин, нулевой не считается. Потому что это ж, второй. Он третий по счету, но он второй. Он номер второй, но третий по счету. Вот, и что же мы расскажем в этом А-блоге? Всех с днем дураков. Никого мы разыгрывать не будем, потому что все и так это делают, а придумать что-то оригинальное довольно-таки тяжело, но у меня была идея, но, к сожалению... Вот, значит... Чего еще? Вот прошлый А-блог вышел 2 видео назад. За полмесяца я выложил 1 часть прохождения LEGO Marvel Super Heroes и трейлер фильма. С того момента вообще ничего в фильме не двинулось. LEGO Marvel двинулись. Я вчера снял 1 серию. Круто. Круто вообще просто. Или не вчера? Не, вчера бы это было, да, вчера. Вот. Потом еще. Только что сняли вообще самый лучший анбоксинг за всю историю анбоксингов, которые были на этом канале. Вот какие анбоксинги были на этом канале. Значит, на этом канале было 4 анбоксинга. Хапауги, который был забавный. Там были некоторые смешные моменты. Был Injustice, который под конец, там First Person. Был анбоксинг GTA 5, по-моему, который был ужасный. И был анбоксинг LEGO Marvel Super Heroes, который, ну, более-менее, вот. А этот анбоксинг, который мы сняли, он прям вообще офигенный, шедевральный. Вот, и помните, в каком-то нулевом А-блоге я говорил, то, что там 2 видео, 2 игры пока бесплатные, и 1 LEGO Marvel Super Heroes. Ну так вот, из этих всех видео... Я выложил только 1 из них, а знаете почему? Потому что 1 анбоксинг был в стриме, ну то есть как бы окей, 2 выложил. А, нет, 3 выложил. Поиграй пока бесплатно еще выложил. Ну так вот, 1 анбоксинг. Анбоксинг Wii U. Я его выложить не могу. Потому что Алиса не разрешает. Мы снимали вместе, я ее уговаривал очень долго, но Рис, давай, ну все-таки, ну пожалуйста, давай, ну что это стоит, ну блин, там же смешные моменты, блин, ну что ты, не хочу! Ну и вот так вот. Вот. Значит, да, сняли анбоксинг, он сейчас заливается на YouTube, чтобы я потом его мог скачать и обработать, потому что он весит до хрена, а YouTube он как-то чуток сжимает, ну, конечно, теряется качество, ну ладно. Вот, значит, еще насчет вот фильма, кстати, вот, когда выйдет фильм? Тогда, когда он будет закончен, может быть, он будет закончен... Ну, короче, он будет закончен, это я вам честное слово говорю. Вот. Еще хотел я анонсировать чуток вот пару новых летсплеев, которые вот когда я закончу LEGO Marvel Super Heroes, чем будем творить. Вот, и еще, ну да, когда я закончу LEGO Marvel Super Heroes. Но ничего говорить не буду, потому что уже, если олдфаги здесь есть, которые еще сидят здесь с начала прошлого года, я говорил, типа, будет... А нет, ничего не буду говорить, потому что... Ну так вот. И, короче, оно почти никогда не... Вот. Так что ничего не буду говорить, если выйдет, выйдет, если не выйдет, не выйдет. Вот так вот. Ты про фильм? Ты не про фильм, я про... Не про фильм. Ты не про... Ты про не про фильм. Я говорю сейчас про... летсплеи. О, нифига себе. Ну да, вот. Еще была у меня прикольненькая идея, как замутить первоапрельский рост. А, да, я уже сказал, что ничего не получилось. Вот. Да. 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 Don't trust the police. Don't trust the police. No justice, no peace. Вот, еще чего? Обычно, о чем мы еще говорим?
Я хотел о чем-то поорать на этом блоге, но что-то забыл. Насчет чего? А, да, Эо! В этот же! Как я мог забыть-то? Показали трейлер новых Черепашек-ниндзя фильма. И знаете, что я могу сказать по этому поводу? Класс. Вот. Так. Мне не понравилось. Вот так вот. Черепашки уродливы. И мне не понравилось. Вот так вот. Я никогда не так. И сам. Потом... А? А? Все типа говорят, мне понравилось, жду не дождусь, будет офигенно. А я скептично отношусь, во-первых, с самого начала. Если вот вы помните, как выглядели в Out of the Shadows черепашки, то они как бы еще выглядели нормально, приемлемо. Но потом в конце они получились классные, да, не такие, как черепахи 2007 года, которые, я считаю, что самые крутые черепахи выглядят в мультике 2007 года. Вот. Мне такие прикольные вышли, но тем не менее они вышли классные. Вот. Я под конец поменял свое мнение, сначала мне тоже очень не нравились. Но насчет этого я сомневаюсь, что если поменяю свое мнение, по-моему, телефон выбрил. Нет. Вот. Потому что, во-первых, я немножечко исследовал этого режиссера, он снимал одну фигню по IMDb, у него одни пятерки, четверки. Короче, ни одного фильма выше 7 у него нет. Вот. И вообще я не понимаю, как распределяют тут режиссеров. Вот, короче, сделали какой-нибудь крутой чувак, написал сценарий. И потом... Как вот выбираются режиссеры? Их там сотни! Их там до хрена этих режиссеров! Вот, например, Майкл Бэй. Вот почему он решил, что этот режиссер вот будет снимать? Потому что их там просто сотни режиссеров в Голливуде. Кто угодно мог снять. Вообще, я не знаю. Да. Да, даже понятия не имею, как выбираются режиссеры для фильмов. Это да. Договаривается между собой. Ну, тем более, блин, 100 человек. Давай я! На хамстри! Да. Кто выигрывает, тот снимает кино. Да. Да. На конфа. Что? Камень, ножницы, бумага. Хамстри. Конфа. Вот. А вот... Трейлер Человека-паука 2! Новый, второй трейлер. Вот он реально офигенный. Я просто жду не дождусь этого фильма. Я очень хочу его посмотреть. Мне первая часть очень понравилась. Нового Человека-паука. Что за дебильное название. И вторую часть, ну просто не могу дождаться. Вот даже сейчас пойду и посмотрю опять. Когда... Там через час Год-симулятор выйдет. Что? Через час Год-симулятор выйдет. Я знаю. Да ну. Да, на же коллекционной карточке было, что там будет? 25 апреля. Как я мог забыть? Все, 25 апреля в кино. Идти в кино, не иначе. На чувака. На Чувака-паука. Йоу. Ну же первый фильм мне очень понравился. Вот как я не помню, уже говорил это или не говорил, но нет. Я повторюсь еще. То, что чем мне понравилось... Чем новый Человек-паук круче старой трилогии? Персонажами и актерами. Потому что, по-моему, вот на этих вот молодых вот, ну вот этого Эндрю Гарфилда, Эмму Стоун, приятнее смотреть, чем на тех... забыл их имена. Да им уже по 30 лет. В 30 лет заканчивать школу? Ну нет. Вот они еще школьники. И это классно. Он... Шутки у него были смешные в первой части. И, короче, все динамичнее намного выглядело. Вот в трилогии там... Все медленно. Ну, как бы вот эти экшн-сцены, они все медленно выглядели. Только в третьей части там как-то все покруче выглядело. Вот. Кстати,
Вот чисто интересно, я недавно смотрел одно видео у ностальгирующего критика, и он типа рассказывал... Ладно, это не важно. А, напишите в комментариях, какая вот... Какой из... Самый любимый вот из всей трилогии про Человека-паука вот ваш любимый фильм? Вот первый, второй или третий? Ни одного не смотрел. Ну ты нет. А вот... вот... Подписчики, может быть, смотрели. Ну, не может быть, а, ну, 75% из них точно смотрели, вот. И не просто напишите там два, а вот напишите еще почему. Вот, например, мне больше всего понравился третий фильм, потому что там много злодеев, писучий человек, Веном, офигенный Веном. Ну, жалко, ему мало было. Но все равно офигенный Веном был. Вот, и... Вторая часть мне понравилась, она была дико скучная, первая еще как-то более-менее, вот. Так, ладно, я уже отвлекся от темы. Новый Человек-паук. Жду не дождусь, прям вот 25 апреля прям помчусь в кино. Прям вообще просто будет офигенно. И сразу, ну не сразу. А кстати, в принципе, 25 апреля вот прибегу с кино и буду сразу бомбить. Вау, офигенное кино, все это в кино. Надеюсь на такое. Как это было после Лего-фильма. Вот, на который, ну да. Вот, так что еще что Паша может расскажет? Вот, да. Значит, погодите. Как? Тихо. Сейчас. А что я хотел рассказать? Не знаю, мало ли что. А, ну я сегодня ходил в магазин. Я тоже ходил в магазин. В видео, там, например, там я видел Титановую осень на диске. А я... Ходил сегодня в два магазина. О, нет, соснул, я даже в три магазина ходил. Сначала я ходил в Мега, потом я ходил в магазин напротив почты, а потом я ходил еще за сухариками. Кстати, насчет сухариков, сейчас. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, если ждете новых видео. Кстати... Ну что, там, спасибо за просмотр. Мы с Русланом... Не надо. А, не, я не буду спойлерить. Боярский. Я не буду спойлерить. Ладно. Боярский. Причем Боярский. Это такая... Тысяча чертей. Причем тут Боярский, причем тут тысяча чертей. Ты сказал. Что я сказал? Сказал, что здесь навела. У тебя коленка сзади грязная. У тебя карман упал. Я вообще-то голос слышу. Че я там тебе еще смешно написал? Кирилл трипл килл. У тебя... Нет, подожди, другое. У тебя шнурок на сандали развязался. У тебя рубашка наизнанку. У тебя писюн сзади растет. А у тебя на лбу. Блин, стой. А у тебя лицо поплыло. Это не смешно, это придумал. Это придумал один мой неумный одноклассник. Слушай, Го, короче, сейчас подлуй. У тебя Steam аккаунт забанили. Го в батлу и над всеми не шутить. В батлу, может, колду? А, в колду, да. Кавадюти. Фу-фу-фу на мне. Колду, короче, Го и всех шмачей. Кавадюти. А? Кавадюти. Кавадюти, да. Го. Кавадюти. Го, сейчас над всеми пошутим. А может это еще записать, не? Да, записывай. Короче, записываем, все будем троллить с 1 апреля. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, ставьте палец вверх. И подписывайтесь на канал. Может, это будет часть облога? Да, ну, не, надо ради этого отдельное видео. Ау, блин. Паша, я только что создал одну вещь. Чего? Это, вот это видео, которое мы сейчас делаем, то есть, которое мы сейчас снимаем, оно под номером 298.
Анбоксинг будет 299-м. Угу. А у нас не готово видео под номером 300. Сам. Три сотни. Сам. Короче, всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал, если ждете новых видео. Мы пошли сначала потроним, а потом мы, короче, видео под номером 300 будем мутить. Вот. Слушай, давай вот это, где он будет всех смешить ко мне. На твой канал? Да, кстати, между прочим, подписывайтесь на Пашин канал, потому что мы туда теперь очень часто будем выкладывать всякий мусор. Вот. Да, мусор, я что, кстати. Вот. Мусор, и... на твоем канале. И, кстати, скинь то видео, где ты престиж получаешь. А, да, кстати, я в Кавадюте престиж получил, а Пашке до сих пор не скинул. Вот, да. Он должен был выложить на свой канал. Вот, да. Если на Пашином канале, если вы зайдете туда, то вы заметите видео, как Герман казнит свои носки. Да, вы можете посмотреть стрим, с которого... Эти носки не... были ужасны! До сих пор! Вот я, кстати, у меня там еще две неоткрытых пачки есть. Я те носки, блин, казнил, выкинул. Вот, и, кстати, ты до сих пор не поиграл в Batman Arkham Asylum. Вот я, как Паша сказал, типа, если ты пройдешь Batman Arkham... У меня нет времени, слушай. Если ты пройдешь Batman Arkham Asylum, и она тебе не понравится, то я казню еще свои носки и съем их. А вот он вообще, поиграл в нее 10 минут и все. Сожги их тогда. Сжечь? Да, сожги, нет. Сними. Потом, если еще здесь вы зайдете, то, короче, найдете видео Rust, недоверчивые ублюдки, как мы играли в Rust, и нас, короче, там... Ну, в общем, не буду спойлерить, в общем, заходите туда. И еще можете посмотреть стрим, с которого вы ничего не знаете. Да, стрим, с которого вы ничего не узнаете. Потратите только свои 18 минут и даже не прожжете там ни чем вообще просто. Да. 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 Только да. Там я ем мороженое. Я ем мороженое там. Ну ладно. И видит. Так что всем пока! Привет. О, батлул. Кто батлул? Кавадюди. Кава... Тьфу, блин, да... Какая батла? Почему тебе батла в голову лезет? Не знаю, это сегодня 1 апреля, наверное, так на ней. Это Андрей. Тут, блин, вот все он... Я, кстати, ты видел, да, ведь это самое? Чё? Я ему, короче, скинул трейлер ПК-версии. А, и чё? Опять, я не знаю, он может поверит. Хотя он даже не отвечает сарказмом от сарказма. Ну что ж, всем пока! Если сейчас твой бомж появится на крыше...